общем, это и не секрет, что для всей спортивной общественности 2020 год, год пандемии, был очень тяжелым. И очень приятно, что по итогу этого года московским спортсменам были присвоены звания мастеров спорта России по ушу. Я поздравляю весь тренерский коллектив, весь президиум Московской Федерации и спортсменов со столь удачным окончанием 2020 года и со столь высокими спортивными званиями.